Приветствую всех, ребята! Сегодня мы с вами будем спидранить Outlast Whistleblower по вашим просьбам, как вы и хотели. Для начала у меня есть к вам парочку просьб. Это поставить лайк, прокомментировать этот видосик. Если вы хотите, то вы можете перейти по плейлистам в описании по прохождению других игр, там, хорроры и так далее. Ну, в общем, после этого ролика обязательно загляните туда, вы не пожалеете. Там очень интересно. В общем, переходим с вами в локацию госпиталь. Пропустим начальную катсцену, так как спидранеры ее вообще не берут. Валя. Я забыл кое-что включить. Плюс меня еще ко всему Волрайдер застопил. Так, включим перекрестие. Ну, все, в принципе. Вот теперь раз, два, три. Да, как бы я абсолютно не готовился к этому спидрану. Все очень спонтанно и хаотично. Волрайдер, не надо. Так, у нас нормал? У нас нормал все. Наш любопытный Том, да, здравствуйте. Да, ребят, плюс ко всему, Outlast уже кончается, и в принципе... Вот вам спидран по Outlast Whistleblower. И, в принципе, еще будет Outlast по... Ой, Outlast. Еще будет спидран по Outlast второму. В общем, больше я не знаю, что делать вообще в этой игре. Поэтому... Не ждите уж так сильно этот Outlast, потому что только придется ждать вам Outlast Trials. Да-да-да, я пошел. Пока что попроходим какие-нибудь другие игрушки, новинки. Индюшатину какую-нибудь, вот такие как House on the Hill. Так. Надо запомнить, что мы спидраним игру, а не просто так тут. Я, конечно, могу... Я уже знаю даже, где я затуплю. По-любому. Это будет чердак профессионального блока. Потому что я могу там реально запутаться. Ну, может быть и не запутаюсь, может мне фартанет. Так, все. Блять, Вейла, ну ты вообще капец. Ну ты молодец реально. Все, бежим, 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 бежим. Так. Ждем сейф. Докторы и лжецы. Вещи, которые вы видите. Что вы видите? Отлично. Почти тайминг был. О, да, здесь нельзя ж прыгать, господи. Так, прошлый мой, по-моему, рекорд, который я еще в 2000... Ой, зря я здесь пошел. По-моему, 44 минуты 52 секунды. Блин, ну господи, ну как же все тяжко. Текстуры везде эти поганые. Так... Такс. Такс. Так. Сори, ребят. Это моя клава такая хреновая. Отлично. Так. Давай, 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 Вейлан, давай, давай, втапливай.
Так, отлично. Ну, еще забыл сказать, что мы спидраним, естественно, без багов. Это немаловажно. Мое мясо. Мое мясо. Мясо-то мое. Так, отлично. Срезаем эту лестницу. Еще раз вот так. Так, хорошо. Ой, господи, опять шея хрустит. Так, ну, может быть, мы управимся за минут 40. Но это не точно. С учетом того, что я вообще никак не готовился к нему. Ну, то есть к спидрану. Так, отлично. Не знаю, был ли вот тот прыжок, который сейчас вот я сделал, за баг. Можно ли его считать за баг, я не знаю. Да, Фрэнки, ты что-то какой-то странный вообще, я тебе говорю. О, блин, у нас это, батарейка же не бесконечная. Так. По-моему, можно было сделать по-другому, но да ладно. Лох. Лох. Текс. Опля. Опля. Go away, this is my place. Ага. Твой place, твой place. Так, пожалуйста, перепрыгни. Так, молодец. Отлично. Красавчик. Доберитесь до радио в тюрьме. Я надеюсь, ты не здесь. Молодец, вообще капец. Вот сейчас вообще классно, реально. Прекрасно. Можно было, конечно, батарейку взять, но ладно. Так, все, площадка для сушки. Ой, точнее, территория зала отдыха, извиняюсь. Скример. Кто обосрался, я не виноват. Давай, Вейла, ну что это было вообще? Иди в жопу. Такс. Get back. Тик. Опа. Тут вообще, по сути, можно... Да, вот так вот. Блин, ну почти, ладно, хорошо.
Все равно неплохо сейчас вот так проскочили. Как-то вылезло из головы моментально это. Вспомнил там про эту фичу. Текс. Хорошо. Так, братья. Валакисы. Господи ты боже мой. Ну почти, ну что такое? Почему я? Текс. Да, есть, конечно, у меня куча всяких затупов, протупов. Ну. Привет. Так, у нас сейчас тюремный блок будет уже. Все, тюремный блок. Добро пожаловать. Отлично. Радио. Ух. Господи, окно забыл закрыть. Ё-моё. Сейчас, ребят, закрою окно. Все, отлично. Не мог играть один, но теперь ты уже не сможешь ничего сказать. Крисуля, здрасте. Ты сам умрешь. Крисуля, привет. Как дела? Как поживаете? Так. Фризит немножко. Еще одна заблудшая душа. Такс. Ну вот все. Добро пожаловать на площадку для сушки. Но! А если я на перила бы упал бы, это было бы круче, по-моему. Я бы не задействовал бы эту анимацию. Такс. Так, драчун сейчас будет у нас тут. Привет. Мне нет времени на тебя поворачиваться. Ну же, иди к папочке. Так, у нас с камерой все плохо. Надо было там раньше прыгнуть еще. Ну да ладно. Пошел отсюда нафиг. Надо было забиндить прыжок на колесико, кстати-ка. Было бы намного круче. Такс.
Отлично. Вот для таких мест, как здесь, допустим, вот биндить колесико, это прям вообще идеально. Ой, Вейл, ни хрена тебя трясет. Так. Отлично. А у нас тут уже профессиональный блок. Ну, Вейлон, как ни в чем не бывало, да? Вообще пофигу. Так, вот тут я могу затупить. Так что, ребят, готовьтесь к коему крику. Подарочек жениху. Угу. Здравствуйте. Да ну ты вообще вот, молодец. Отнял у меня полсекунды. Привет. Текс. Вот, вот, я вот так и задумал, что я тут затуплю. Вот на этом месте я всегда туплю. Вот, по-моему, ни разу не было, чтобы я прям тут ровно прошел. Я постоянно сначала хочу налево завернуть. Так. Сюда. Ну, почти. Ну чё ты, блин, господи, кривожопый Вейлон. Головой ударился. Ну, давай. Почесал. Здрасте. Ну куда, блин, господи, нажал на букву А случайно. Дарлинг. Так, ну отлично, дарлинг. Блин, вот я вот... Глускин, ты будешь на меня реагировать, балбесина? Какой же он даун? Я просто в шоке, блядь. Я просто в шоке, сколько он стоял там, блин. Секунды 4, наверное. А то и больше. Я вот там тактику плохо знаю. Там, по сути, спидранеры вообще проскальзывают мимо него. Но я как-то пытался, он меня убивал, потому что у него... ну, атак рейндж, то есть это... интервал ударов у него слишком маленький, где-то 1.5 секунды, и поэтому он часто бьет, и там сложно проскочить. А у Криса, по-моему, 3 секунды аж. То есть Криса изи проскочить. Или у Глускина... У Глускина вообще, по-моему, секунда. Короче, все. Пороть я начал уже по полной вообще. Так, все, ладно.
Ну, в принципе, дело за легким осталось, на самом деле. Ты бы лучше умерла, чем была со мной. Да, блядь, кто с тобой будет? Ты шо, блин, дурак, что ли? Дурачок Глускин. Наивный мальчик. Так, отлично. Отличненько. Теперь катсцена. Да. А чем мы тупим? Можем полетать, господи. Ой, кровь, кровушка, кишочки. Висит кто-то там. Много, много людей висят. Все, ребят, всем привет, с вами Киллер. Сегодня мы с вами будем исследовать локацию Outlast Whistleblower. О, там церковь горящая, охренеть, вау. What? Что это за место? Вау. Где мы вообще? А. Здравствуйте. Спустя 12 часов. Классно ты губами шевелишь, братала. Понятное дело, они как бы. И мне зачем было это делать, потому что они же не думали, о, киллер будет здесь смотреть с фрикамерой на Глускина и говорить, что у него нету тут этого. Анимации губ. Да? Все. Помер. Вейлан. Вейлан, ты где? Прости, дорогая, любовь не для всех. Ага. Какие стекла здесь? Не знаю, будто сажа какая-то, хер его поймешь, блин. Уф. Такое затухание прикольное. С блюром таким. Но. Сори, ребята, за мои эти звуки страшные изо рта моего. Блин, помню, как я был маленький, ну, в смысле, мне лет 14 было, я первый раз Whistleblower проходил. Мне прям вообще вымораживали эти сцены. Аж мурашки по коже были. Ты сдалась, родина. Вот особенно, да, он сейчас ему вот так вот голову прям в циркулярку, об циркулярку вот так разрежет. У меня от этого прям мурашки по коже были. Бан.
Это тупо бан. О, наша очередь. Наша очередь. YouTube, ты меня, надеюсь, ты мне рекламу не обрежешь за то, что я буду палить. Хотя я ничего не буду палить. Я буду... просто буду смотреть на грузки. На господи, боже. Так, не палимся. Не палимся. О, ой, господи. Глускин, что? Ты нормальный человек? Так, яйца. Here and here. Cut away everything vulgar. A soft place to welcome my seed. To grow our family. Yeah, I'm American boy. Hi guys, my name is Killer, and today we will speedrun Outlast Whistleblower. Ладно, ребят, я немножко упоролся. Здравствуйте, Глускин. О, да ты влетел-то. Он, кстати-ка, из ниоткуда появляется. Для особо интересующихся, говорю. Так, все. Теперь мы приступаем дальше. Полетели. Здесь Глускина придется обводить, потому что он вонючий. Но он меня убьет. Он меня просто убьет. Я вам реально говорю, он меня просто убьет из-за этого. Блин, ну господи, ну зачем я это сделал? Надо было все-таки попробовать. Хотя нет, не надо было проскакивать. Лучше так уж пройти. Ну блин, ну реально, ребят, извините меня уж. Я просто тут реально в тактику даже не это. Надо было посмотреть спидран какой-нибудь топовый прям. Хоть попробовать, что ли. Your judgment, your little swinish eyes. Могла бы стать красивой. Опля! Вы все хотите бросить меня? Да! Хочешь бросить меня? Ну ладно! Иди! Ты и все остальные эти неблагодарные шлюхи! Кого? Зачем я это прочитал? Причем с выражением, так знаете. Ну ладно, это же спидран, как-то даже надо немножко разбавлять. О, ёб твою налево. О, ё-моё, света-то нету у нас, да? Так, ну я ж помню все, я ж киллер. Я ж все знаю, я могу в темноте проходить Outlast. Почти. Да сейчас уже нормально, без батареек потянем игру. Тут уже дальше светлые локации сейчас пойдут. Ну, разве что вот этот профессиональный блок. Смерть Глускина. И дальше уже выход, в принципе, там, да, там светло. Sun and sea, how happy you will be. Так. Грязные шлюхи, ты такая же, как и все остальные. Ты не достойна моих детей! Так, ну тут я... Тут уж точно можно проскочить. Насколько он близко? Он очень близко. Но мне это не беспокоит. Потому что с высокой вероятностью он здесь ничего нам сделать не может. Особенно на нормале. Так, сюда. Отлично. Ключ взяли. Ключ вставляем. Нас бьют. На-на! Еще одна. Я стараюсь. Стараюсь! А вы все предаете меня! Точнее, все. Ну, хотя тут и все можно сказать. Будешь висеть, как и остальные. Блин, прям уже русская озвучка какая-то.
Тяжелее, чем выглядишь. Если ты выглядишь так в медовый месяц, то я боюсь представить, что будет на нашу годовщину. Да, Вейланд жоп... Блин, господи. Толстожопый, да. Это я знаю. Это Майлз Апшур у нас. Брутальный мужчина такой. На нафиг. Драма. Могли бы быть красивыми. Пока, неудачник. Вейлан, ты долго будешь еще смотреть на это все? Опять фризы, господи, что это такое? Подгружается локация, наверное, все-таки из-за того, что... Ну все, в принципе, практически конец. Достаточно быстро мы, кстати, с вами прошли. Я аж сам не заметил, если честно. Ну, дополнение очень короткое. Нифигашеньки не видать. Вейл у нас тут разгоняется, как паровоз. Так. Фух, вышел. Я уж подумал, сейчас куда-нибудь уйду, блин. Застряну и подумаю, что я иду, а на самом деле не иду. Все, ребят, выход. Финал. Не, ну концовка Outlast Whistleblower мне нравится. Она прям такая утешающая, прям, знаете. Так, мы как Майлз Апшур здесь сделаем. Умиротворяет так. Так умиротворяет. Вот бежит Вейланд, бежит. Бежит. И тут бац! Fucking die already. Никто не узнает. Никто! А! А! Что за... Ух! О боже! Как оно выбралось? Вау! Майл, спасибо большое тебе. От души в душевно в душу. Реально. Реально. Я хочу пиццы. Так, ну все, да? Почему я спрашиваю, я эту игру 500 тысяч раз проходил? Опять мы хромаем, блин. Ну, блин, ну не знаю, за сколько я все-таки управился. Ну, по ощущениям, быстро. Не 44 минуты 52 секунды. Это уж точно. Я думаю, ну не знаю. Ну, может, минут 38 где-нибудь, 37. Надо было таймер поставить на телефон, чтобы ориентир был. Ну все, как бы до этой машины, да, здесь уже таймер, по сути, останавливается. В общем, что, все, ребят? Я думаю, как бы, да, уже как бы зачем финальную эту сцену с ноутбуком там. О, всем спасибо за просмотр, ребят. Не забывайте комментировать, смотреть другие видосики по другим играм. Если что, плейлисты в описании. Ставьте колокольчики. Все, ребят, давайте, всем пока. Удачи, надеюсь, скоро увидимся. Да? Саймон, Пикок, увидимся же. А да, увидимся. Ну все, до свидания, ребят, все. Пока!